надо понеслась. Ладно. Она укусила меня прямо за руку. Посмотри на нее. Посмотри, ее лицо в крови. Она кусала мою руку в потустороннем мире. Чё? Это кошмарно, просто ужас какой-то. Всем привет, ребята! Вы на канале Королева Мистики. Меня зовут Ирина Ясинская. Также со мной моя собака Лаки. И сегодня мы будем снимать очень-очень страшное видео, которое будет называться «Вызов духа». Киси-миси. И если вам понравится это видео, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий, чтобы я сняла вызов духа Хаги-Ваги, друзья. В общем, как обычно, попрошу вас не забыть включить VPN прямо сейчас, ребята. Сверните, включите VPN и помогите, пожалуйста, всем блогерам, потому что без этого, ну, просто нет мотивации снимать для вас крутые, любимые ваши ролики, страшилки, мистику и так далее. Поэтому, пожалуйста, VPN и комментарии, потому что самые лучшие, самые топовые комментарии вы можете увидеть прямо сейчас. Раз. Два, три, не забывайте писать их. Так, короче, ребята, сегодня будет необычный вызов духа. Мы будем вызывать духа Киси-Миси. И, кстати говоря, эта проклятая игрушка была куплена на черном рынке. Ну, как это называется, такая, знаете, багдашка, потому что Даркнет для нас закрыт. Поэтому эта игрушка была куплена на черном рынке, где меня убеждали, что она реально проклятая. И знаете, на ощупь внутри этой проклятой игрушки что-то есть. Так что, если это действительно так, то мы обязательно ее разрежем в следующем видео. А пока, друзья, у нас наша любимая доска для вызова духов. Вы просто не представляете, на моем канале 960 примерно видео. И практически большая половина из них связана с вызовом духов. Поэтому я могу смело утверждать то, что я профи и мастер в деле вызова духов абсолютно любых. Поэтому если у вас есть какие-то пожелания по поводу вызова духов, то обязательно пишите их ниже в комментариях. Ладно, ребята. Затем у меня абсолютно новая крутая планшетка. Да, Лакуся, как всегда, в центре внимания. Это супер планшетка, которая также будет показывать мне и помогать разговаривать с духами. И сейчас будет очень неприятный факт. Обязательно для того, чтобы связаться с духами, я сегодня хочу попасть в потусторонний мир. Я думаю, что вы помните эти ролики, которые мы снимали вместе с Димой. Кстати, всем привет. Мой оператор Дима, да, у нас все хорошо. И я попадала в потусторонний мир, в котором происходили вещи, невидимые глазом. Духи нападали на меня там, мне было плохо, но когда я возвращалась обратно в этот мир... В общем, вы сами скоро все увидите. Для того, чтобы попасть мне теперь в потусторонний мир, мне необходимо принести жертву. В жертву я буду приносить свою собаку Лаки. Лаки, я тебя буду сейчас приносить в жертву. Для того, чтобы совершить обряд. Нет, это была шутка. У меня есть скелет. Вернее, череп собаки. Череп собаки будет принесен в жертву для того, чтобы мне попасть в потусторонний мир. Это, конечно, жесть, но в скором случае я сделаю из этого черепа специальный посох, который будет придавать мне магических сил для совершения обрядов. Так, друзья, буквы будут помещены вот в этот крест. И я думаю, что нам пора начинать. Итак, вызов духа Киси-Миси из популярной игры Poppy Playtime. Погнали. Киси-Миси Экзе, я призываю тебя в этот мир. Киси-Миси Экзе, я призываю тебя в этот мир. Киси-Миси Экзе, я призываю тебя в этот мир. Дух Киси-Миси Экзе, ты здесь? Дух Киси-Миси Экзе, ты здесь? А! Двигается, ребята. Он двигается.
Да. Дауки, миссия Экзе здесь. Что нас ждет дальше? Давайте спросим у нее что-нибудь. Кисимиси, скажи, а Хаги-Ваги – это твой парень? Вы встречаетесь? Ребят, самое главное, что такое? Нет. Вау. Нет. Я практически не касаюсь этой планшетки, ребята. Лакуся, ты мешаешь вызывать духов. Лакуся. Ты мешаешь вызывать духов. Лакуся. Уйди тогда назад. Погоди, мне нельзя отпускать крест. Кисимиси, а что ты хочешь сделать с Хаги-Ваги? Ого, ребят, я вообще не касаюсь. Смотрите, она что-то пишет. Убить. Так, ребята, Кисимиси хочет убить Хаги-Ваги. Их нужно отсадить. Блин, мне еще нужен Хаги-Ваги для вызова духов. Ты слышал это? В лесу? Ребята, что-то происходит в лесу. Лаки, что-то происходит в лесу. Лаки, нельзя. Лаки, что ты делаешь? Лаки. Куда ты понесла Лаки. Череп? Лаки, куда ты понесла? Я не знаю, она... Она дальше идет. Смотри, она что-то показывает. Побежали. Она взяла его. Смотри. В лес. Она зашла в лес. Здесь что-то, я чувствую. Она куда-то идет. Я не знаю, вдруг здесь какой-то дух. Дух Кисимиси Экзе может быть очень страшным. Безумно страшным. Кисимиси. Смотри, она здесь череп. Оставила. Она бросила череп здесь. Она привела нас в этот лес. Видимо, здесь что-то есть. Она... Носится здесь, как всегда, как бешеная. Погоди, мне нужно установить связь с потусторонним миром. Все, ребята, теперь мне нужно установить связь с потусторонним миром. Я сейчас уйду в потусторонний мир. Все, что будет происходить со мной в потустороннем мире. Я надеюсь, что я вернусь в этот мир. Дим, самое главное, что когда я скажу, хочу выйти из потустороннего мира, ты должен говорить, повторять. Ира, приди в этот мир. Ира, приди в этот мир. Ира, приди в этот мир. Ты запомнил? Понял. Ира, приди в этот да. мир. Понял. Черт, это очень опасно, ребят. Это не шутки. Никогда не отправляйтесь в потусторонний мир. Дерево будет связующим порталом между миром мертвым и миром живых. И игровым миром. Миром Кисимиси. Я отправляюсь. Потусторонний мир. Я призываю силы неба и силы земли. Я призываю силы мертвых и силы живых. Я призываю пустить и открыть врата в потусторонний мир. Я призываю 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 открыть врата в потусторонний мир. Пустите живого в мертвого. Пустите мертвого в игровое. Пустите и откройте вечный круг для путешествий во времени. Пустите и откройте вечный круг для путешествий во времени. Силы. 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 Раз.
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так. Дима, ты слышишь меня? Дима! Да, да. Я в потустороннем мире. Я вас не вижу. Я только могу ощущать вас. Это странно. Я очень давно не погружалась в потусторонний мир. Мне нужно что-то найти. Мне нужно найти дух Кисси-Мисси и заставить его оставить меня в покое, чтобы он ушел отсюда. Очень сильный дух. Я не знаю, как мне его найти. Помоги мне найти игрушку, проклятую экзоигрушку Кисси-Мисси. Где она? Потому что в этом мире все по-другому. Я ничего не вижу. Я иду по тропинке. Ты стоишь у дерева? Да. Я подошла к дереву, но я ничего не вижу. Где Кисси-Мисси Экзе? Она должна была быть здесь. Но я ее тут не ощущаю. Где она? Скажи мне, где Кисси-Мисси? Кисси-Мисси рядом. Где она? Где Кисси-Мисси? Внизу. Внизу? О, по-моему, я нащупал ее. Да, это она. Что-то внутри. Что-то внутри. Очень сильно. Очень опасно. Где ты? Где ты, Кисси-Мисси? Что происходит со мной? Мне больно. Она грызет мою руку. Дима, что происходит? Это очень сильный дух. Очень сильный дух. Дима, верни меня в этот мир! Дима, верни меня в этот мир! Ира, вернись 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 в этот мир! Черт! И что это? Она укусила меня прямо за руку! Посмотри на нее! Посмотри! Ее лицо в крови! Она кусала мою руку в потустороннем мире! Черт. Это кошмарно! Просто ужас какой-то! Ни следа! Только кровь. Посмотри, весь ее рот в крови. Она ожила в том мире. Она ожила в потустороннем мире и кусала мою руку. Господи, это реально просто чудовищно. Кисси-Мисси Экзе. Блин. Жесть, что происходит? Посмотри. Муравьи на этом проклятом дереве просто взбесились. Жесть. Черт, дьявольские отродья. Мне так плохо. Что-то недоделано. Она еще здесь и в любой момент может напасть на нас. Подожди, давай ее похороним в могилу. Дим, какая могила? Нам нужно завершить обряд. Я же пользовалась доской для вызова духов. Она... Я не думала, что она настолько сильная. Ты представляешь, что она мне полруки чуть не укусила? Она просто дикий зверь в потустороннем мире. Она была там не одна. Там были все Хаги-Ваги и остальные герои с Поппи Плейтайма. Я думаю, что сейчас мы завершим обряд, и в следующем видео нам нужно разрезать Хаги-Ваги, посмотреть, что внутри управляет этой проклятой экзоигрушкой. Ну реально, потусторонний мир — это очень опасно и очень страшно. Черт, она идет за нами! Скорее! Она сзади нас! Погоди! Исчезни! Я закрываю эту дорогу! Исчезни! Скорее, я немного отвлекла ее! Это ее чуть-чуть остановит. Череп из мертвых остановит. Дух Хаги-Ваги. Кисси-Мисси покинет этот мир. Кисси-Мисси. Экзе покинет этот мир. Кисси-Мисси, Экзе. Покинет этот мир. Прощай. Ничего не буду говорить. Вы сами все видите. Королева мистики с вами была. Всем пока.